Начали с Калебом игру. Второй день. Одна из двух. Молодцы! Что там за вещи валяются? Рука была, отсюда же видно даже. Стоит там. Хорош, Миша. Дай, дай зону, Изма. Измаил. Режь, режь, режь. Забивай, забивай. Ну. Ай. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорош, Миша. Ой, хорошая. Хорош, Мишка. Один ноль, Миша. Пробей, пробей! Алло! Thank you.
А судья, ну, руками играет, посмотри внимательнее. Ой, хорошо, Яра. Молодец. Спина. Диса есть. Епа! Дис, ты где? Дис, куда ты там пихаешь? Ой, хорошо. С левой, Влад, с левой. Ой, пенальти! Миша, смотри Яру тоже. Ой, хорошо. Не, правильно.
Миш, назад сыграй. Миша, закинь в Яре за спину. Оп. Вчера вот там мама денег достала. Так, Никитов бьет. Кто забил? Миша, да? Молодец, Никита. Два ноль, Миша. Дай в зону. Хорош. Рви, иди, Димиш. Судья! Там вообще без мяча было. Сзади спина, Миша. Иди, иди, Яра. Яра исполнил. А где мама, кстати? Где мама Яры? Не видела гол. Нелли пропустила чудный гол сына. Да, да, все, вообще шикарно.
Рубим спокойно. Ничего, ничего, вот. Хорош, Яра. Вне игры было. Понятно, ладно. Это не важно, кстати. Давай,
Супер! Иди, 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 иди. Иди сам, иди сам. Иди сам, Никита. Режь, режь уже. Куда, куда? Молодец. Я рад. Ай, принял его. Влад, я разгружаю. Вне игры, э!